Так, поклевочка. Кто-то дербанит. Хороший щупачок. Не знаю, как сидит. Попробуем так, но щучка хорошая. Вижу. Январская щучка. Отлично. Сегодня 13 января. Полозеро замерзло. Неделю стояли морозы. До 12 градусов. Сегодня 2 тепла. Полозеро замерзшее. Полозеро, где ветер. И глубина чистая. Вот. Выехал, попробовал с утра. И взяла щучка. Хорошая где-то за 60. Начало 10. Одну щуку я взял на 60 сантиметров. Вторая ударила, протянула ее где-то с метр и ушла. Ветер немного стих. Не знаю, с утра было 2 градуса. Морозы спали. Неделю простояли у нас. Сейчас потеплело. Полозеро стоит подо льдом, там, где мелкая часть, где я постоянно рыбачу. Здесь я редко рыбачу, но сейчас, пока там лед стоит, попробовал здесь. В принципе, нормально. Одна щука есть. И ударчик неплохой был. В прошлый раз, когда был на рыбалке, сворачивал свою лодку, разговорился с русаком, он приехал только на рыбалку. Он рыбачит на живца. С лодки на живца. Говорит, хорошо. Щука берет. Ведь многие русаки на живца рыбачат, хотя это запрещено. Ну, проверяющие как-то закрывают глаза на это. На живого живца рыбачить запрещено. Не знаю, я мне на воблеры хватает то, что я ловлю. Не хочу я заниматься живцом. Но воблеры для меня интересней. Еще покидаю с полчаса, да буду сворачиваться. Считаю, рыбалка удалась. Одна щука есть, мне, в принципе, больше и не надо. Ветер стих с утра, был сильный ветер. Я хотел там за островом порыбачить, но там несло сильно. Я приплыл сюда, под этот берег, под ветреной стороны. Ну, в принципе, нормально. С полчасика покидаю, ничего не будет. Буду сворачиваться, хватит на сегодня. Сегодня старый Новый год. Надо будет проехаться по магазинам.
так что долго сегодня не буду.